Добрый вечер, уважаемые телезрители. На Реутовском телеканале в прямом эфире программа «Диалог» и я, ее ведущий Владислав Момот. В этой студии традиционно по средам мы встречаемся и беседуем с самыми интересными и значимыми людьми нашего города и всего Подмосковья. И сегодня у нас в гостях уникальный человек. Она пробежала, вы только вдумайтесь в эту цифру, более 215 марафонов. Она 15-кратный World Lopet Master, и зовут ее Людмила Колобанова. Здравствуйте, Людмила Васильевна. Добрый вечер. Рада приветствовать вас в нашей студии. Уважаемые телезрители, вы также можете принять участие в нашей программе. Для этого вам нужно всего лишь позвонить по телефону 8-495-791-8802. 791-8802. Тема нашей сегодняшней программы – это марафон «Моя жизнь». Вот я всегда завидую людям, которые целеустремленные идут к одной какой-то цели. Недавно вы буквально на днях приехали из Норвегии. Какие соревнования там проходили, какой результат вы установили? Ну, во-первых, вам спасибо большое за приглашение меня на телевидение. И, пользуясь этим моментом, я хочу сказать всем, кто помогал мне, большое спасибо. Вот. И все свои победы я всегда посвящаю своим жителям своего города, то есть Реутов. Вот. Всем ветеранам и так далее. Всем хорошим людям. И еще хочу в этом году у меня была такая проблема со здоровьем, в 2018 году. Хочу сказать большое-большое спасибо. Во-первых, главному врачу Лакунину Константину Юрьевичу, Людмиле Ивановне Коконину, всем врачам скорой помощи, специалистам МРТ, которые мне очень помогли. Я им очень благодарна, и благодаря им я смогла пробежать в этом году, в этой зимой, 12 марафонов. 12 марафонов? 12 марафонов за и полтора последний месяца. Последний был в Норвегии, да? Да, последний марафон был в Норвегии, Лиллехаммер. Это олимпийский город, который был в 1994 году, была Олимпиада. И на Олимпийском стадионе там есть каменная стела, на котором высечены имена наших девушек, которые завоевали золото. Это Елена Вяльбе, Гаврилюк, Лазутина, Егорова. Знаете, это очень приятно. Какие бы ни были отношения, но это останется на века, на поколения, их имена. Никто вписаны, их, так сказать, вписаны, золотыми да, в историю, буквами. Золотыми буквами. Mm-hmm. Все фотографируют, я там тоже сфотографировала их. Все-таки это память. Mm-hmm. А Норвегия, понимаете, получилось последним марафон и два. Во-первых, там марафон женский, 30 километров и 15 Ингалеме. Это вы, получается, бежали как классикой, так и коньковым? Нет, значит, там я все время я бежала классикой. Два года назад 15 километров, женский марафон. А в этом году я решила 30 километров. Я там заняла третье место. И если считать в моей группе более 50 человек, то это было очень, очень здорово. Угу. Потому что после Польши у меня всего было 3 дня. Это не отдых, был прилет, да? Отлет. Вот. И поиски, конечно, финансов, чтобы поехать в Норвегию. А вот потом насколько трудно была дистанция сама? Как сказать, повезло с погодой. Правда, когда наш интернет смотришь, прогноз погоды наших российских метеослужб, там пишут минус 1, плюс 8. На самом деле мы стартовали при минус 11, а финишировали при минус 5. Поэтому лыжи были готовы, так вот на кое. Но я довольна лыжами, работали хорошо. Марафон, первые 5 километров подъем. А потом подъем-спуск. И немножко чуть-чуть равнинки. Ну, 800 метров. Я где-то слышал или читал, что с этой дистанцией связана даже какая-то легенда. Да, вы правы. Влад, вы правы. Здесь проводится марафон Бирка Бейнер-Реннет. Это история такая. В свои века, еще до, в исторические времена, два воина спасали от захватчиков наследника принца весом 3,5 килограмма. И вот когда едешь Бирка Бейнер-Реннет, это не женский марафон, а Бирка Бейнер-Реннет, которая бежала полумарафон в этом году, у тебя должен быть обязательно рюкзак сзади 3,5 килограмма. А, понятно. Но после 55 или 10 километров, он кажется, что там килограмм 10-15. Потому что старт такой и сразу 13-километровый подъем. Спуск такой 2 километра и опять вверх. То есть, если можно сказать по дистанции, это 75% подъема и короткие такие спуски. Вы сказали, что пробежали буквально 12 марафонов за какой-то такой очень... За полтора месяца. Да. Наша съемочная группа была у вас в январе,
и мы сняли сюжет, как вы готовились. Давайте посмотрим. Вы там очень рассказываете интересные вещи. Спасибо. Новый год только наступил, а единственная женщина в мире, завоевавшая титул 15-кратного мастера World Lopt, Людмила Колобанова, уже пакует чемодан. Завтра улетает за границу. Впереди у Людмилы сначала ночной лыжный марафон, а затем лыжная гонка в горах на высоте 1800 метров. За плечами у рекордсменки больше сотни успешных лыжных марафонов и забегов. О некоторых она вспоминает с особым трепетом. В 2018 году, я считаю, очень красивый пробег вокруг Святого озера. В Эстонии туда приезжал Далай-лама со своей свитой. И не один раз они в своих там книгах нашли, что в Эстонии есть такое озеро, которое вот с островами, вот несколько островов, 4 острова. И пробег вокруг этого. Это был пробег 100 лет республики эстонской. Из всех континентов Людмила Колобанова не была только в Южной Америке и Антарктиде. А вот свою первую дистанцию в километр она пробежала в Западной Двине за 3 минуты 12 секунд. Это были школьные соревнования, где ей удалось занять первое место. С тех пор Людмила не сходит с пьедестала, а своими наградами делится и с другими. Может быть, более 100 уже раздала медалей. Детские соревнования проводила, раздавала. Также кубки. Понимаете, я их не считаю. Я тут даже попробовала то, что у меня сейчас на сегодняшний день более 60 кубков. Потому что все маленькие кубки эти там, серебряные стаканы. Квартира Людмилы Колобановой – музей кубков, медалей и дипломов. За каждым своя история. Кроме отечественных наград, есть и заморские. Но главный считает ту, что получено на родине. Первая медаль, вот даже Реутовская, храню медаль, когда были забеги по Реутову. Вот оно у меня есть, я ее берегу. Очень красивая маленькая медаль. Город Реутов. В свои 74 года Людмила Колобанова на достигнутом останавливаться не собирается. Этой зимой запланировано 10 лыжных марафонов в 5 разных странах. Летом будет бегать лесной марафон в Эстонии, Германии, Москве и Ярославле. Кстати, в июле Людмиле исполнится 75 лет. Юбилей будет отмечать с особым размахом. Приглашена в Италию на пробег. Этот Марчелонга, пробег это с горы, потом опять в гору, это Кавалези, там, где проходит лыжная Марчелонга, которая уже пробежала 15 раз, а может быть и больше. Секрет своего долголетия Людмила тоже не скрывает. Главное – постоянно двигаться, любить жизнь и людей. Дарья Галакова, Сергей Сомов, телеканал Реутов. Людмила, ну, у нас есть звоночек в студию, давайте посмотрим. Угу. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Ваш вопрос. Мне очень приятно. Я смотрю за вашим пакетом, наблюдаю. Молодец, умница. Но мне к вам вопрос. Ваши планы на будущее. Что бы вы хотели, какую вершину еще наливать? Какие медали и куда вы хотели еще? Спасибо, Наталья Алексеевна. Вот этот вопрос... Спасибо за добрые слова. Я хотел задать в конце, но за давайте теплоту, ответим за его вначале. За такие отношения. Что я хочу сказать, какие... Знаете, есть мечта, конечно. Сейчас вошла в организацию World Lopt у нас одна страна из Южной Америки. И там марафон на огненной земле. Но здесь, кажется, здоровье позволяет, пока позволяет. Но финансы, это перелет туда порядка 180 тысяч. А когда он обычно проходит? Он проходит в конце зимы. Потому что там получается зима, это Южная Америка. Вот, этот, где я не была. Угу. Так, в Антарктиде там еще дороже. Там тоже проводят марафон, но не входят. Людмила Васильевна, ну ваша жизнь наполнена турнирами, соревнованиями, забегами, тренировками. Как на все хватает время? А вы знаете, да я сама не знаю даже. Наверное, как-то так вот все получается, что везде успеваю. А как не успевать? Ну надо же жить. А жизнь дается один раз. И надо прожить ее так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Ну, давайте расскажем поподробнее. Вот как выглядит ваш обычный день? Просыпаюсь. Во сколько? В районе 7. Угу. Ну, иногда даже раньше. Я как-то в школу ходила за 6 километров. Потом училась в техникуме, в институте. Приходилось рано вставать. И работа у меня была тоже там полвосьмого филиале ЦАГИ в начале. Вероятно, так откладывается это все. Вот. Потом, если у меня сегодня тренировки нет, делаю гимнастику, делаю зарядку. Там у меня тренажеры есть в квартире, и бег на месте. Вот.
Потом завтракаю. Угу. Есть ли какие-то там общественные дела там и так далее. Куда-то поехать, куда-то посмотреть. Потом в квартире привести порядок. Я люблю, чтобы все было идеально. А если, допустим, готовитесь к забегу? А если у меня тренировка в этот день, то, конечно, я зарядку не делаю, потому что я, когда еду на тренировку, там перед тренировкой ты обязательно специальную гимнастику делаешь, чтобы не было травм. Вот. И после тренировки там легкий бег, потому что если на лыжах, то легкий бег. А если летом я бегаю, то я выбегаю прямо из своего дома в Измайлово на круг и обратно таким же. Так что... Насыщенная жизнь. А, уважаемые телезрители, напомню, сегодня у нас в гостях 15-кратный World Lopet Master, женщина удивительной судьбы, которая пробежала больше 215 марафонов. Это Людмила Колобанова. Вы можете Это только на лыжах. Вы можете принять участие в нашей программе, позвонив по телефону 8-495-791-8802, 791-8802. Сейчас вы известны не то что на всю страну, на весь мир, спортсменка. Мне хочется узнать, а вот с чего вообще спорт для вас начался? Вы знаете, я у нас, где я родилась, где там жила, это поселок Велеса, это 5-6 километрах от Западной Двины. Это какая время, область? Это была раньше Великолукская область, потом ее разделили на две, на Тверскую и Псковскую. И сейчас как бы она Тверская. Вот. И там у нас, когда я перешла уже в школу, вот самая средняя школа номер 2, это Соединенные Штаты, как я называлась, потому что там две школы, первая и вторая. Первая в основном городские жили, это же посещали дети города, а в школе номер 2 это со всех поселков, деревень, ну и часть, конечно, из города. Нас называли Соединенные Штаты. Вот и мы соревновались между двумя школами. И потом у нас был директор 3F, Филипп Филиппович. Угу. Очень спортивный. Мы занимались, я не знаю, всеми видами спорта. И стрельба, и легкая атлетика, и лыжи, и коньки, и там шахматы, шашки. В общем, чем только не занимались. И соревновались. И, конечно, ну, в общем, победителями выходили наша школа, потому что мы все такие здоровые. А когда появился в жизни марафон, марафонские дистанции? Ну, как когда я тренировалась, занималась лыжами, да. Серьезно. Я бегала там марафоны 30 километров, и 25. Ну, а потом я в 1974 году получила травму позвоночника, и мне одна нога полностью отказала. Да, то есть несколько месяцев в спортивном диспансере на Курской, главный врач Марков со мной, говорится. Тогда не было ни тренажеров, ничего, что-то изобретали с Марком Израилевичем, что-то мы делали. Ну, в общем, через какое-то время я, как говорится, научилась ходить. Заново. И врачи сказали, всю жизнь надо двигаться. Начала бегать потихоньку. Ну, как двигаться? Зимой на лыжах, а летом я решила пробежать марафон. Первый свой марафон ногами я пробежала в 88 году. Что, где это было? В Московский международный марафон мира. 3:46. Я пролежала очередной раз в диспансере, как говорится, на реабилитации с позвоночником. Я решила через месяц пробежала марафон. А что делать зимой? Ну, короткие дистанции, это так. Я решила бегать марафоны. И первый марафон, который международный, это в Эстонии. Тартусский марафон, очень красивый. Но, правда, мне там на 25 километре так тяжело стало. Я так поворачиваюсь, вроде рядом мужчина старше меня. Говорю, сколько вам лет? Он говорит, ну, сказал, 60 с чем-то. Я думаю, я же моложе, насколько его. Это вас завело, да? Да, думаю, да, иду. И потом там такая организация марафона, такое питание и все, и обслуживание. Вот. Но как только сейчас наступает 25-й километр на любом, у меня вот как эта точка. Я ее прохожу, дальше легче. Ну, открывается второе дыхание, да. И вы уже... Ну, уже как-то да. Я бежала 190 километров, 3 дня. Первый день 60, 50, потом второй 50 и третий 80. Это в Лапландии, на самом севере Финляндии. Очень красивый марафон. Ну, 190 километров, это же... Это 3 дня. Первый день 60, на следующий 50, а потом 80. Вы как-то готовились? Ну, конечно, готовишься, тренируешься, катаешься. Угу. Также и с вещами катаешься, с рюкзаком, чтобы вот это получить. Нагрузка, да? Да, нагрузка была. Угу.
А был в вашей жизни, может быть, есть человек, который действительно для вас пример, как спортсмена, может быть? Есть, конечно. Кто он? Это первая олимпийская чемпионка, Царство Небесное, ее сейчас уже в живых нет 2 года. Любовь Козырева-Баранова, Любовь Владимировна. Угу. Это первая олимпийская чемпионка. Она выиграла Олимпийские игры на 10 километров в Кортина д'Ампеццо в Италии. Ее поздравлял лично папа Римский, потому что она из Ленинграда, она пережила блокаду. Вот, и ее поздравляли на русском языке. Говорит, кардинал там пришел от папы Римского, то все, то это поздравил, подарил сувенир от папы Если Римского. Если я не ошибаюсь, вы тоже бегали на этой дистанции? Она одна из ваших любимых. Кавалези, да. Но Кортина д'Ампеццо — это на другой стороне гор. Давайте расскажем вот об этих медалях, которые лежат на столе. Откуда они? С каких начать? С чего? Начните с самых больших. Самых больших? Это вот Тартусский марафон, 46-й в этом году. Да. Сделано, видите, как волна. Тартусский марафон, подъем-спуск. И если присмотреться, там видите полоски. Это классика, классический марафон, классическая лыжня. Как следы от лыж. Да, это как бы следы от лыж. Это Тартусский марафон. А вот так, эти круглые с цифрами 30 и 25? А вот эти две медали, это две медали из Польши. Угу. Две медали. Это одна, тоже вот буквально... Да, я перед Норвегией была в Польше. Это 30 километров свободным стилем, а 25 километров бежали классикой. А вам больше каким стилем нравится бегать? Вы знаете, когда хорошая погода, мне стиль не важно какой. И хорошо, когда лыжа намазана. Вот это много значит. Смазка лыж – это очень хорошо. Ну вот потом две медали. Это Германия. Это медали две Германии. Кёниг Людвиг Лауф. Это по трассе руководитель, как баварского там руководителя, барона Кёниг. Вот. Это красивый марафон. Это как бы в ущелье проходит. Он такой не очень тяжелый. Там всего там 1-2 подъема таких, 2-3. А так дистанция очень хорошая. Ну, следующий марафон это показала Эстония. А вот эта большая, назову ее грамоту, диплом, вот что это такое? Это дается, это вот грамота дается, это диплом, это за 10 марафонов. Это к нему вот большая, World Cup мастера, да? Это к нему дается большая медаль, которая, все медали, которые ты получаешь на дистанции, дается специальный паспорт, специальная бумага, где расписаны все марафоны, которые ходят в этот диплом. Вот. Дается значок мастера, и это дается один раз. И большая медаль просто под таким же номером, как за 10 марафонов. И обязательно один марафон нужно пробежать за океаном. Это значит Канада, Америка, Япония, Австралия. Но сейчас вот Аргентина вошла. Исландия не входит, хотя это на острове, я бежала 2 раза, она входит как в Европу. То есть вот вы пробежали 12 марафонов, да. Теперь вам... Нет. Нет, надо за океан ехать. Я параллельно сразу иду два мастера параллельно. У меня уже есть, как говорится, на 2 диплома. Это значит Италия, Швейцария, Австрия, Германия, Польша, Эстония, Финляндия, Норвегия. И осталось 2 марафона. Это значит, скорее всего, Канада, это за пределами. Потому что в Канаде можно бежать 2 марафона классикой. Классикой и коньком. Остальные марафоны – Япония, Австралия – там только по одному, один забег. А где больше всего любят марафонские дистанции? В каких странах? Знаете, вот по встрече, по отношению? Вообще-то везде любят. Но больше всего как-то в Италии, на севере, в Швейцарии. Ну, я не знаю, и в Канаде. Просто… Ну, к России вот сейчас как относятся? К России? Вы знаете, ко мне везде хорошо относятся. И когда разговариваю с простыми людьми, к России очень хорошо относятся. Понимаете, простые люди, они везде простые люди. Есть свои заботы, есть то-то. Вот. Они говорят, что, как вот некоторые страны, вот туда-туда. Дармоеды нам не нужны. Пускай работают. Все правильно. Вот. Если вот, знаете, приятно, когда подходит вот на Тартусском марафоне, там такой вечер, когда встречаются мастера. Вот подошел американец. Людмила, можно с вами сфотографироваться? Они же читают всю литературу, читают, смотрят интернет, там же все обо мне пишут. Я сама оттуда про себя узнаю из Яндекса, что есть и что нет. Иногда распечатываю, потому что приятно это посмотреть, что это обо мне пишут.
Вот. Мама сказала, что очень хотела, чтобы вот, если встретишь, сфотографироваться. Обязательно. Да, обязательно. Подходят, допустим, молодые ребята из Петербурга. Людмила Ильич, нам можно с вами сфотографироваться? Вот мы вас, про вас считали, мы гордимся. Знаете, это слова, которые вот такие, и вот то, что в других странах знают, и то, что я представляю, стоит. Да, не только город, и себя там, город, всю, и Россию. Смотрят по поведению, по отношению. Знаете, я, ко мне очень большим отношением, таким с уважением относятся. И помогают, и как-то относятся, и разговариваем. Я, как говорится, хорошо так разговорно владею немецким, но так немножко понимаю по-итальянски, по-эстонски. По... Ну, вы человек да. мира уже, так сказать. Ну, просто понимаете, везде хорошо. Знаете, я люблю людей, я люблю жизнь. Я никому не делаю зла. Стараюсь, если чем-то помочь, посоветоваться, к моему советам прислушиваются те, которые и бегают. Поэтому... Уважаемые телезрители, сегодня у нас в гостях действительно человек мира, уникальный человек, 15-кратный World Lopet Master, рюкзачанка Людмила Колобанова. Вы можете принять участие в нашей программе, для этого нужно позвонить по телефону 8-495-791-8802, 791-8802. Людмила Васильевна, ну, марафонские забеги, вот я когда смотрю, меня иногда дрожь берет. Знаете почему? Потому что, ну, действительно, люди бегут, выкладываются, это очень много отбирает сил. Вот как вы потом восстанавливаетесь? Как я восстанавливаюсь? Ну, можно так сказать. Я вот, некоторые сразу там много кушают или что-то. Я да, вот есть какая-то особая диета, может быть? Нет, я первые три часа я могу только пить там. Угу. То вот. Есть восполняется. Да, восполняется и как-то так вот расслабляется, то все. Я могу, допустим, ночью уже приходит этот голод. И диеты я никакой не соблюдаю. То есть на ночь что можно есть поесть. У меня, да. Вот я хочу это буду вот есть, кушать. Я мясо, может быть, месяц могу не есть, а потом я захотела. Значит, так, мясо, вот. Какое мясо? Любое. Ну, то есть говядина, свинина. Говядина, свинина, без. А в каком виде? Я люблю жареное. То есть у вас есть какой-то фирменный рецепт? С луком жареную такую, хорошо на сале, на сальце поджарить, то есть вот это там, и с картошечкой, огурчик. Ну вот завтрак из чего состоит? Ужин, обед? Вы знаете, когда я вот на тренировку, я обязательно, конечно, делаю, как говорится, овсянку с орехами, с изюмом, кофе, потому что у меня свое низкое давление, и особенно когда погода без солнца, я обязательно кофе. Кофе с молоком или кофе так. Вот. А так я люблю макароны. Жареные в масле с корочкой. Люблю блины. Люблю оладьи. Все такое. Люблю каши, конечно, кроме сага. Вот. Гречку, там, рис. Я люблю молочный суп в основном. Я могу молочный суп с любым. Вот. Остальные так я как-то борщ это не очень. Ну, поскольку. А есть продукты, которые вы ну, не употребляете? Допустим, там, ну, может быть, спиртные напитки, пиво вообще разрешено? Ну, понимаете, нет? Вот на финише всегда подают пиво. Может, алкогольное, может, безалкогольное. Потому что организм, как бы мышцы, они становятся жесткими. И вот оно, пиво, оно расслабляет. Это не значит, что напиваться надо. Ни в коем случае? Да. Это... Там просто вот после берлинского марафона выпиваешь там где-то 0,33 или что-то такие подают пиво, да, и тебя расслабляет организм, и ты как будто такой все вот тебя, знаете, иногда бывают судороги, как бы сводят мышцы. Все это нет такого. Я знаю, что в вашей жизни есть еще одна страсть. Вы из каждой поездки привозите цветы. Да. Какие? Ну, цветы я не привожу, я листочки ворую. Говорят, если вот так, не своруешь, да, он не приживется. Но если есть возможность где-то купить такой вот... Я все время ищу фиалки. Фиалки? Я не видела желтых фиалок. Угу. Вот в какой бы стране я ни была, я хожу по цветочным магазинам, я хожу там где-то что-то, ни разу не видела желтой фиалки. Так у меня, по-моему, 29 видов фиалки. А как вы их, это, когда уезжаете, кто за ними следит? У меня есть друзья пожилые, которые за мной приходят ко мне в квартиру и поливают. И потом я с ними разговариваю, говорю, вы дождитесь меня, я скоро приеду. С цветами? Да, надо разговаривать, они же тоже живые. Они переживают, когда ты уезжаешь. Но это хорошие люди, которые тоже любят цветы. И цветы все, я приезжаю, все нормально. Вот сейчас уже начали цвести фиалки, уже цветочки. Чувствую, что вы приехали? Да. У меня хорошие декабристы, несколько видов. Тоже и там 6 или 7 видов.
Так они, правда, места мало. Когда выдается свободное время, как вы его проводите? Знаете, такое ощущение, что у меня как-то свободного времени нет. Ну, я люблю, во-первых, я там шью. Шьете? Да, для себя все, что это вот та куртка, которую вот я хожу, это своими руками. Я могу пошить все, что угодно. А во-первых, надо, знаете, надо как-то вертеться. Пенсии маленькие, хочется туда поехать, Вот. Я люблю ловить рыбу, я люблю лес, я люблю собирать ягоды, грибы. Я всегда, кажется, летом, осенью ягоды собираю, чернику, там, клюкву, грибы, я их отвариваю, замораживаю. Я вот сегодня приготовила грибы, поджарила, с удовольствием съела. Помимо спорта, вы ведете большую общественную работу, вы член городской общественной палаты. Какое направление курируете? А вы знаете, у меня такое ощущение, что я даже сама не знаю, какое направление курирую. То есть вы везде? Люди обращаются ко мне и по ЖКХ за помощью, и по спорту. И надо где-то проконтролировать ремонт. Просят, вот делают ремонт в соседнем доме, делали. Я это взяла под контроль, попросили люди. Вот. Сделали, люди довольны. Также у себя где-то, я не знаю, там... Где-то кому-то помочь, куда-то сходить, как-то что-то. С удовольствием это делаю. Поэтому я, трудно сказать, спортивные мероприятия вот были в том году. Я провела на стадионе около первой школы детские соревнования, эстафеты. Самый маленький ребенок был 2,5 года. И он сам бегал без папы. Это веселые эстафеты, веселые. Я подарила свои медали. Там, и вот на Новый год провели в детском саду с ограниченными возможностями детей. Также мероприятие. Мне помог Руслан Батбаев. Он приобрел подарки, игрушки, а я свои медали и 2 кубка подарила. Детям это приятно, это память. Вы человек известный во всем мире, идете в ногу со временем. Недавно я знаю, что вы завели аккаунт в Инстаграм. Как часто удается его, так сказать, посещать, обновлять? Очень редко. И что пишут вам? Что пишут? Какие вопросы, может быть, задают? Вы знаете, во-первых, очень положительно, положительная такая реакция, только иногда пишут, почему мало, почему редко. Некогда. Вот в этой зимой я просто даже туда никак. Я вот сейчас даю слово, что вот обновлю. Обновлю. Да. Ну, у вас, получается, сейчас зимний сезон закончился. Да. Сейчас небольшой перерыв. Да. И когда мы снова увидим вас на дистанции? Я думаю, в мае. Это мае что я будет? Уже подготовила. Я не знаю, еще не решила, что в Москве я побегу. Вот, но обязательно на лесной марафон я приглашена. Это где-то будет 12 мая в Эстонии лесной марафон, потому что я там 4 раза бежала, 4 раза первых место выиграла, всегда приглашают. Вот. Мне очень нравится по трассе лыжного марафона в лесу. Это очень красивый забег. Вот. И думаю, что в Москве. Потом, конечно, в Германии марафон, в московский хочу марафон пробежать. Потом посмотрю, как получится, Ярославль или где-то. Ну, знаете, трудно сейчас загадывать, как будет здоровье, как что-то. У нас остается буквально 1 минута, я задам последний вопрос. Вот сейчас наши смотрят телезрители из Риотова, и кто-то действительно захочет последовать вашему примеру. Какой совет вы им дадите? С чего начать? Пройти обследование врачей. Это надо обязательно. Все свои выявить. Мало ли что-то какие-то там, как сердце, кардиограмму снять. Начать надо с обыкновенной ходьбы. Врачи скажут, можно двигаться. Вот надо ходить с ходьбы. Ну, каждую неделю чуть-чуть. А потом понемножку бегать. Пускай 100 метров пробежать ходьба. 100 метров ходьба. Так, чтобы человек не задыхался. Это вот дыхание, оно сразу скажет, тяжело или не тяжело. Побольше гулять на свежем воздухе. И главное дело – любить себя. Не надо жаловаться, что там болит, там. Когда болит, значит, вы еще живете. Наша программа выходит во Всемирный день счастья. Вот я вам желаю счастья. Спасибо. И новых побед. И всегда мы рады вас видеть в нашей студии. Спасибо за приглашение. Спасибо, что вы еще есть. Раз. Побед, победы, только побед. Спасибо вам, здоровья, удачи в жизни, хорошей работы и хороших денег. Спасибо большое. Напомню, сегодня у нас в гостях была уникальная женщина, 15-кратный World Lopet мастер Людмила Колобанова. На этом наша программа завершается. С вами был Владислав Момот. Программа «Диалог» выйдет в эфир ровно через неделю. До свидания.